Три танкисты. Когда броня была крепка, да танки быстрые, летел по небу вражий самолет. Внизу по полю двигались танкисты по направлению, кажется, вперед. Измотан враг таким передвижением, куда лететь, сам черт не разберет. Ведь три танкиста выбили по 300, но четвертый выпил 800. Ведь три танкиста выпили по 300, но четвертый выпил 800. Броня крепка, как горка у арбуза, а экипажу умереть нет храбрей. Ведь пацаны со всех концов Союза, татарин, чукча, русский и еврей. В эфире слышит только мат радиста, на подвиг срочно Родина зовет. И все ребята хлопнули по 300, а кое-кто осилил 800. И все ребята хлопнули по 300, а кое-кто осилил 800. В лихой атаке землю сотрясая, разгромлен склад тушенки и вина. И с благодарностью танкистов вспоминая, не зарастет туда народная тропа. Ушли ребята дальше бить фашиста, но ни один в селе вам не соврет. Как три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Как три танкиста выпили по 300, но четвертый выпил 800. Звезда светила в небе над Берлином, звезда для танка слабый ориентир. Но чтоб с пути победного не сбиться, решение принял храбрый командир. Мы не уроним честь советского танкиста, не будем ждать, куда судьба нас занесет. Для ориентации как минимум по 300, а кто осилит, нужно 800. Для ориентации как минимум по 300, а кто осилит, можно 800. Не раз от смерти уходили, набивая, и возникали таки снова, как мираж. Не так страшна машина боевая, страшнее ее веселый экипаж. Сложили песню блатари и гармонисты, поет тут песню весь честной народ. Как три танкиста выпили по 300, но четвертый выпил 800. Как три танкиста выпили по 300, но четвертый выпил 800. Хорош, хорош, бродяга, давай-ка за победу, за нашу, все вместе, ну! Танкиста, хайн пулеметчик, экипаж машины боевой. Три танкиста, хайн пулеметчик, экипаж машины боевой. Ой.